Привет, меня зовут Норт, на канале Rocket Play, и сегодня мы продолжаем проходить Red Faction. Говорила, но уже не тупим, как в прошлой серии, поэтому будем стараться проходить либо миссии, либо что-нибудь такое сюжетное. Вот побежал, успокойся. Нормально у меня. Нормально у меня вот такая вот ага. Так, карта. Так, куда-то мы... собственно, вот здесь я пробовал, вот, предыдущий. Но тут вот еще есть у нас две побочные миссии. Основная у нас вот здесь, вот на нее мы и давай покинем. Заодно, возможно, потом уже те, которые там выполним побочные нарушения, потому что эти почему-то как-то странно сейчас меня ведут. Я не понимаю, куда у них там что. Возможно, мне стоит больше потренироваться, возможно, стоит просто почитать, понять, в чем смысл, потому что странно, честно. Вот, в принципе, в каждой такой вот подмиссии есть какая-то хитрость, которая позволяет нам не просто пройти, а пройти с рекордом. Но, видишь, начались миссии, которые даже на средней сложности сложно просто пройти вообще, хотя бы на какой-то результат. Это немножко странная ситуация, но типа, как есть. Поэтому поехали. Погоняем пока сюжетку немножечко, потому что я уже, наверное, и ты тоже стал подзабывать, что тут вообще происходит. Чего тут злобные земляне Марс захватывают и все, и это беда. Поедем посмотрим. У меня открывалась новая броня, поэтому надо было посмотреть, я немножечко про это забыл. Но мы доедем до ближайшей базы, которая там недалеко, и попробуем хотя бы глянуть, сколько это дело стоит. Потому что броня здесь дико нужна. На миссии приходится по 5-6 раз переходить из-за того, что... Не, у нас нет аптечек, у нас есть восстанавливаемое ХП, но оно восстанавливается со временем после определенной паузы, как броня в Borderlands. Примерно то же самое происходит у нас здесь, но повреждения у нас здесь сопоставимо большие. Первая часть полосы ХП отнимается еще сносно, но потом это все начинает отниматься дико быстро. Ну и оружие есть разное, если с какой-то пушки по тебе стреляют, соответственно, логично, что за 2-3 раза тебя угандошат сразу. Лучше, конечно, броню купить, если она есть, потому что это наш единственный шанс повысить немножечко выживаемость. Иначе придется переигрывать, честно. Ну, не очень нравится мне ни тебе, не очень посмотрибельно, не очень так. Согласен. Так, это у нас сектор пыльник на барабане. Какого именно шлюкса пыльник нам не сказал? Может, не шлюкса вообще. Спокойно. У нас тут не андеграунд. Рандондона не будет. Даст пыль. Ну что ты делаешь, дружище? Промахнулся поворотом или куда? У тебя место проехать, хреново тучи, ты че? Наберут велосипедистов на самосвалы. Потом, ой-ой-ой, а что такое? Ты еще слепого снайпера возьму. Нормально заехали. Так, вот здесь мне стоит замониторить, где у нас база недалеко. Давай мы на нее. В смысле обратно? Давай я по кругу, может, поеду? Нет, ты нам не через мост хотел уж. Игра, ты какая-то нелогичная совсем. И что, навигацию у Гугля брали или что? А, я тут не... Да в смысле не про... Вон, проеду, ты что, делаешь? Тихо-тихо, спокойно, знаю. Я и не проеду. Ты прикалываешься, что ли? Как это я не проеду? Вот. Цел? И тут, в принципе, можно. Уже сложнее. Здесь такая вот немножко более сложная местность. Хотя и тут наш джипинг заедет. Мы приехали почти. Просто ради интереса глянуть броньку, потому что как бы это очень нужно. По-моему, что-то еще там у меня было не проблема. Я уже не... Блин, извините, чуваки. А это ведь не восстанавливается, мы эти раз сломали и все, мы сломали. Жалко. Что-то еще у меня было, я уже забыл, настолько давно я что-то...
настолько давно я что-то покупал здесь, что... У меня целая коробочка, за которую бонус. Как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты куда? А, я думал покинуть, но, судя по грузе, чуть позже. Так, вот здесь, по-моему, да? Сегодня резко упал курс акций. А, мне плевать. Хорошо, что ты взял. Я бы видел, да, так, вот это вот мы покупали, это я не знал, что куда, несколько раз перепокупал. Вот, броня, а, броня нового уровня, все. 300, только у меня 5000. Аж куплю тоже. И если понадобится что-то еще, ой-ой-ой, дай мне знать. Ой-ой-ой, какой. То есть такие же наколенники, такие же появились наплечники. Я заработаю себе... Тящие воздухи. Даже если для этого придется убить всех солдат на Тарсисе. Он Тарсисе успокоился. Мадам, вы, по-моему, игру перепутали, это не Звездные войны. Хорошо. Вы здесь. Делов, да? Только здесь я еще и сужу. Было бы классно, если бы у нас были здесь еще быстрые перемещения, потому что на самом деле тут неплохая физика транспорта, тут неплохая вот эта вот ландшафтность, но она все-таки немножко повторяется, но ездить от этого менее интересно становится. И все же иногда, когда ты играешь сюжет, допустим, в сплошную там час-два, то немножко утомляет. Добавили бы быстрые переходы, было бы очень здорово. Эффект реально хочет кататься. Далеко не всем, как мне нравится транспорт, поэтому далеко не все, как я, управляются настолько замечательно, что ошибаю каждый камень. Вещь довольно нужна. Вещь очень даже нужна. Я понимаю, что это не Обливион, не Скайрим, но все же. Мы приедем или нет в этой жизни? У нас даже этого это. Это настолько потемнело, что как бы да. Что это? Добро пожаловать в день Д, Мейсон. Паркер, Пыльник и Оазис больше не под контролем сил обороны Земли. Орудия СОС — это все, что стоит между нами и Эосом. Данные полковника Броги выявили мертвые зоны в огне артиллерии. Угу. Мы используем эти зоны и нападем несколькими группами. Ознакомьтесь со своим маршрутом, Мейсон. Следуйте по точкам этого маршрута и не пытайтесь отклоняться от пути. Преимущество будет на стороне противника. Многие из наших людей не вернутся назад. Но если нам удастся заставить эти пушки замолчать, битва за Марс завершится. Все, что ли? Да ладно, как-то быстро это слишком. Мейсон, займите прям позицию. Битва за Марс завершится. Вам надо встретиться с той группой, что впереди вас. А, смертный. Нам надо прорваться через ту зону. Это наш единственный шанс. Даже новый транспорт, да? Это какая-то миссия такая быстрая получится на час-полтора, да? Радуйте, ребят, поехали. Следуйте по пути, обозначенному на карте. Следуйте. Чуть собьетесь? И орудия разнесут вас в пух и прах. И получите... Двигайтесь к следующей путевой точке как можно быстрее. Чем дольше будет... Я не могу как можно быстрее, у меня транспорт. Не быстро. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Все. Я в курсе. Я в курсе, у меня тачка перевернулась. Все, я уже на посту подхвате. Нормально, нет, ты все сделал. Я не могу найти точку маршрута. И педаль тормоза найти, долбанутая. Я ничего не вижу. Не вижу. Я вообще пешком бегу, так что забейся. Вперед, прибавьте шагу. Ну, так я прибавил, слышишь? Какие-то долбанутые, они меня сбивают. Свои. Помогите. А
посадите меня хоть в кузов. Ваше имя. Почти на месте, я вижу. Шевелитесь, Мейсон! У вас кончается время! В смысле кончается время? У меня, блин, ты сейчас скажешь, что... Скажи, что у меня топливо кончается. Ну, естественно, я умер, я пешком бежал. Я что сделаешь? Я вернулся, чувак. Можно как-то, блин, не так как-то... Мейсон, займите позицию. Чтобы меня еще избивали при этом, а? Ну, серьезно, ну, блин. Вас. Нам надо прорваться через ту зону. Это наш единственный шанс. Ага. Окей. Чуваки, я желтый, ехать за мной, все. Следуйте по пути. Вот этого желтого взрыть, чтобы он меня не путал. Чуть собьетесь? Я орудия разнесу. И собьетесь, я понял. Ну куда ты, мать твою, за ногу? Ну что ж ты мимо-то проезжаешь? Спей нафиг, указатель. Чуваки, вы что, указатель не видите? Поехали. Времени вас прицелить. Тупни, блин. Или вы тупо за мной едете, как эти? Мы не на маршруте. Я виноват, что вы не на маршруте. На поехали. Тянуть тебя надо прям. Я не могу больше. Ты что, крутишь там педали, что ли? Нажимай, алло. Глаз кончился. Все, 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 забейся. Прекратить панику. А я ты, господи, ведро. Не вижу. Воу. Воу. А зачем мы проезжаем там еще раз, только вот так вот? В смысле? Что за бред? Да блин, мы почти обосрались, ё-моё. Недалеко. Продолжать движение. Едь давай, ё-моё. Ну мы реально, смотри, бараками просто. Да, мы все, мы могли по прямой проехать. Что за бред? Что за Mad Max происходит? Я не понял. Ну, я же обратно поехал. Зачем? Вылазь, чё ты? Иди, мне не мешай. Они реально мешают. Просто держитесь вместе. Уже на за руки, елочку зовите. Если будешь, то все. Актуально что-то. Я подбит! Я подбит! Да я это, ё-моё. Ой, ладно, он мост увидел наконец-то. Сразу-то нельзя было, что ли? Смотрите, что происходит. Мы потеряли Бэкфест. Кого вы потеряли? Найдите силовые центры и уничтожьте их. Они потеряли Бэтмена? Больные, что ли? Что? Спайдермен позовите, Капитан Америку. Айрон Мэн, в конце концов. Он не бухает еще. Уйди! Коробочка. Коробочка. А я это ее перемещать. Здрасте. Я вот примерно потом и хлобысь. А блин, беги ты, ёбер, блядь. Спасибо. Я думал, что удастся взорвать, но не удалось. Поехали. Терри. Сейчас помощнее будет. Вот это все остальное. Оперный театр, что ты застрял? А если вылазь, дурик, вылазь.
Хорошо было, я правда не знаю, почему центр уничтожен так, что у меня хп почти отнялось, но я жив остался. И я не понимаю, почему от того, что я по стене молотком ударил, взорвалась центральная вещь. Да не суть, мы вернемся к первому, как раз таки первый допустим. Садись. О, надо же, вышел, Соня. Я тут тебя здание уже почти разбивал. Процентов осталось, да. Ничего не осталось. 2% 11. Ай-яй, ты, господи, что ж ты застрял, ты БТР легко. Если поверни. Есть. Я палочку вот подвинул, посмотри, здание что ли. Я очень аккуратно стараюсь, потому что я сейчас боеприпасы не закрыл. Старму тоже хватит. Он понят так, что будет идти. Мейсон. Все. Посадки питания тоже. Про это я говорил. Так, с этим мы разобрались. Мне бы еще один БТР, но его, к сожалению, нет. Поэтому будем удовольствоваться. Я этот вопрос пропустил. Чуваков вижу. Я тоже собираю что-нибудь полезное. Так, там просто ребята там. Попытаемся сносить.
знаю, получится или нет. Да. Получилось. Чувак решил полетать, видимо, не знаю. Но при этом выжил. Пытаюсь пробить, может быть там больше есть? Я... Этим же потом. И давай уже тогда. И сядем в транспорт. Запчастей, которые мне в принципе не пёрлись. Да беги ты, господи, что ты делаешь-то? Просто возьмем машину. Заехать. Получится или нет? Будем стараться. Получилось. Пока все заняты на своем нарядом. Это, конечно, не ПТР. Подкупливает на некоторых вещах, но... Хотя бы вот это нет. Как раз вот это я и не смогу. Только если с хорошего разгона. Если с хорошего разгона, которого... Я могу ее просто добить. Дабы они ее подожгли. Смотри-ка, я даже что-то здесь смог добить. Да я здесь могу. Надо попытаться проникнуть внутрь. Машина загорелась там. Нет, не очень получается. Ну вот, почти. Почти довели они как раз там. Хорошо. Я не знаю, пойдется или нет. Мы себе, наверное, можем. Добивался, был бы большой бабах. Да. У меня получилось. Осталось только на транспорт. И добраться каким-то образом до последнего рубежа, где он я. Транспорт, который я оставлял. Да. Как же они громко бахают, у меня уже башка тянется. Коротенькая комиссия получилась. Я почему-то эту панель снял. Но мне засчитали, ладно, хорошо. Так вот хотелось бы сделать. Так, поехали. Аккуратненько, там вот бочка лежит, все, что нужно жахнуть. Она почему-то не взорвалась. Собирали, хотя в принципе они не нужны. Миллионы. Хоть где-то миллионы. Давай вот эти ящики. Классный смысл. О, ящик снес, не добавился. Сноси ты, господи! Сноси! Молодец! Там. Вот. Господи. Да давай же ты! Сейчас взорвут, просто не понимаешь, что... Огонь! И... Ну, рельсы. Let's go.
Без вариантов. Как попасть... А, дальше. Что идти дальше? Погнали. А все что ли? Это быстро. Орудие заглушено, Мейсон. Вот и конец. Да я понял. Нет, командир, это только начало. Вы правы. Элс даже не поймет, чем его накрыло. Мной. Пушки Тарсиса. Хорошечно. Все просто хорошечно. Настолько эпично, что зона свободного огня освобождена. Замечательно. Вся полная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Термобарические ракеты открыты. Е-бой. Так. Сохраняемся. И я тебе на этом скажу спасибо. Смотрел? Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, обязательно нажимай на колокольчик и, собственно, посмотри это видео еще раз сам, покажи друзьям, приходи еще. Всего хорошего, пока.